Buhorova mana birinchi davrani 13-chi o'rinda yakunlamoqda, so'nggi turda durang bo'ldi. Transfer oynasida nimadir yangilik bo'lishi mumkinmi? Tarkib borasida. Ну, к сожалению, у нас финансовые проблемы. У нас задолженность перед ПФЛ. Мы, к сожалению, мы только успели двоих заявить. Ну, надеемся, что, что нам дадут дозаявить еще ребят. Джамо, ikkinchi davrani Aqtakorga qarshi boshlaydi. O'yin qayerda bo'lib o'tadi? Buxoro maydoni tayyor bo'ldimi? Ну, во-первых, у нас стадион не готов. Плохо. Еще в этом году навряд ли он будет готов. Скорее всего, мы здесь с Aqtakorom здесь и сыграем. Здесь, в Ташкенте. Нам разницы нет, мы в любом случае мы на нейтральном поле играем. А так матч мы домашний принимаем, мы борем, машали. Это Саволом. После кинчи голдан кейн, Бухаронни кинчи голдан кейн, Хмаячи шурдейс. В Хмаячилер, ушендан кейн, немегедер паника хлыши башлаштады. Никакой паники не было. Масана, гол дэм, пенальти дэм. Пенальти, спеши, я не знаю, там пенальти был, не был. С таким уже судейским, конечно, нам голову не дали подняли. Но, не знаю, там есть судейская коллега, которая будет разбираться, пускай смотрит. Там был пенальти, нет. У нас там добавляют 4 минуты, мы переигрываем, почти 10 минут, я не знаю. Я считаю, никакой паники не было. Мы полузащитника на защитника и хотели счет сохранить. К сожалению, получилось это счет сохранить. Все.